Истребители-бомбардировщики Су-34 южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации 3-й отдельно-десантной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая гора, а также нанесли ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружений и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады противника в Авдеевке. Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразили живую силу и бронетехнику атакующих подразделений противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Белогоровка, Красногоровка и Спорная. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерии группировки уничтожены два 120-мм миномета с расчетами украинских войск на боевых позициях вблизи Верхнекаменского и Красногоровки.